Всем привет! Сегодня я покажу вам 25 совершенно разных товаров с AliExpress, которые должны вас заинтересовать. Ставьте лайк и смотрите ссылки на товары в описании. Поехали! Начнем с кварцевых мужских наручных часов с тонким корпусом в 12 расцветках. Ремешок, так же как и часы, сделан из нержавеющей стали, так что хватить при ежедневной носке должно надолго. Чтобы спрятаться от палящего летнего солнца, вам могут пригодиться солнцезащитные очки в стимпанк стилистике с откидывающимися линзами. Всего есть 5 расцветок. При виде этой игрушки у многих детей из 90-х, наверное, кольнуло в груди от воспоминаний. В то время такая игрушка была очень популярна, да и сейчас, думаю, ребенку будет интересно с ней играть. Далее наушники ISK MDH 8500, которые и звучат, и выглядят достаточно дорого. И уже оставили положительные впечатления у уже купивших. Микрофона у наушников нет, так что не стоит их рассматривать как игровые. Довольно необычный дозатор для шампуня, жидкого мыла и геля для душа в виде женской груди я нашел на AliExpress. Он присосками крепится к стене в ванной, так что ничего сверлить не придется. И раз уж зашла речь о таком, то для девушек в отношениях есть вот такие трусики с надписью «Побуждающий к действиям». Думаю, мало кто перед таким устоит. Есть 3 расцветки и 4 размера. Если у вас есть маленькие дети, вы знаете, как надо все запирать в доме, чтобы они не залезли и не поранились. Для этого и создали вот такие магнитные замки, без которых шкаф не откроешь. Мужские кошельки из натуральной кожи. Есть 4 разновидности и очень много положительных отзывов о товаре. Конечно, в натуральности кожи у нас принято сомневаться, так что если докажете, что это подделка, можете вернуть деньги. А это уже товар для школьников, которые скучают по спиннерам, если есть такие. Это двусторонняя ручка спиннер, да, китайцы любят мудрить и скрещивать разные товары. Для путешествия нашел водонепроницаемый рюкзак, который при ненадобности можно сложить в маленькую сумочку, которой он сам и является. Конечно, для серьезных походов, как у Bear Grylls, он навряд ли подойдет, но для небольших вылазок на природу вполне. Следующий товар — это настольные цифровые часы с подсветкой для любителей минимализма. Яркость подсветки регулируется для того, чтобы не слепило при выключенном свете. Далее кружка-термос в виде рога в черной и белой расцветке с подставкой, которая легко отсоединяется от корпуса. Довольно интересный товар, способный подчеркнуть ваш стиль. Тем, кто любит что-то делать руками, могу посоветовать алмазную мозаику. На Али есть просто куча разных картин, но я в описании оставил для вас продавца, который делает мозаики по вашим фотографиям. Думаю, такая картина точно украсит любой дом. Однотонное мужское кольцо с около 50 тысяч заказов должно понравиться тем, кто любит носить различные аксессуары, но не хочет платить большие деньги за золотые и серебряные варианты. Антистресс игрушки также довольно популярны на Али. Здесь собрано 22 разновидности различных зайчиков, котят, панты и другой милоты. Крайне бесполезная, но залипательная вещица. Отличным украшением для дома всегда были картины. Я нашел очень интересные варианты с природой. Есть большой выбор размеров, но приходит только полотна. Рамку придется делать самостоятельно. Так практически у всех картин с Али. Далее фиговина, которая, кажется, называется Cinema Lightbox. Это короб с подсветкой и буквами, из которых можно составлять слова. Буквы только америкосовские, так что знаменитую надпись из 3 букв не слепить. Для девушек я нашел сумки в виде банта в 5 расцветках. Выглядят они и вправду необычно, и, возможно, это реплика какой-нибудь знаменитой модели. Я не в курсе. На кухне, чтобы не испачкать одежду или себя, можно надеть вот такой джинсовый фартук. Есть 2 расцветки и 2 размера на выбор. Геймеры могут присмотреться к механической клавиатуре Motospeed CK104, которую можно заказать в том числе и с русской раскладкой, и мышкой или наушниками в комплекте при желании. Есть красные и синие свечи на выбор. Достаточно креативно смотрятся часы Пайду. К сожалению, название модели нигде не упоминается, но уже есть несколько отзывов о товаре с фотографиями, так что можно не бояться заказывать. Механизм кварцевый. Если кому-то нравится вид беспроводных наушников от Apple, на Али очень популярна вот такая реплика со смешным ценником. Звук там, наверное, тоже смешной, но в отзывах пишут, что нормальный.
Надоело возиться с кабелем, постоянно ставя смартфон на зарядку? Проблему решит вот такая беспроводная зарядка, на которую достаточно просто положить телефон, поддерживающий беспроводную зарядку, естественно. Для вылазок на природу, да и для домашнего прослушивания подойдет беспроводная колонка с красивой подсветкой. Товар уже имеет большое количество отзывов, да вы и так знаете, насколько популярны такие колонки из Китая. Последний товар на сегодня – это необычная зажигалка в виде монеты, особенно если смотреть с лицевой стороны. Зажигалка придет, скорее всего, не заправленной, так что позаботьтесь об этом заранее. Спасибо, что досмотрел это видео до конца, поставь лайк, если тебе понравились товары, напиши в комментариях, какие ты хотел бы увидеть в подборке еще, и, конечно, подписывайся на канал, чтобы не пропустить их. Пока!